Когда человек постигнет духовное, он постигнет в форме сферот тоже. Допустим, я сейчас вхожу в ощущение духовного мира, я начинаю понимать Зоар и Талмуд 10 сферот. Это то, что должно произойти? Когда ты войдешь в постижение, ты прежде всего достигнешь ощущения. Все ведь в чувствах. Мы говорим только о желании. Внутри этого желания ты почувствуешь определенное явление. Это определенное явление, ты вдруг поймешь, как его назвать. Что это? Ты вдруг будешь знать. А, так речь идет об этом или о том. И вот я вспоминаю, действительно, это было там, или мы это учили здесь. Ты вдруг вспомнишь обо всем, относящемся к твоему постижению. Моментально. И слово, как это назвать, и состояние, и где о нем написано, из того, что ты изучал, из того, что ты слышал, знаешь. Все ты узнаешь по поводу того явления, которое ты почувствуешь и постигнешь. Но прежде всего это ощущение.